с 26 октября. Кажется, Тынянов писал, что фабула Онегина вполне укладывается в фабулу басни «Лиса и журавль». Ну, кто может сказать в одно предложение, что происходит в Евгении Онегине? Такого вы еще не видели. В мире происходит черти что! Грубость, глупость, обман, предательство. А над всем этим летит вот это солнечное благословение. Русская литература. Вечная русская трагедия, когда мы все понимаем про объект наших чувств, но не можем без него жить. Настоящая. Онегинская строфа съезжает по диагонали. Живая. Между тем, шифр был по-пушкински простой. Увлекательно. И там начались вот это, ребята, кто бы написал хороший, страшный роман об этом? Из уст поэта, писателя и публициста Дмитрия Быкова. Нужно сказать, что вообще Онегин задумался как акт мести. Эксклюзивно на RTVI. Открытый урок с Дмитрием Быковым. Русская литература. С 26 октября. Каждую субботу в 2 часа дня. И каждое воскресенье в 5 вечера на RTVI.